Всем доброе утро. Привет. Мы проснулись и готовим завтрак. Так, мы решили приготовить со Славкой тут омлетик. Вот у нас яички, молочко, соль, масло. Сейчас просто все это взобьем и на мультиварке приготовим. Так, у меня ушло 4 вот таких стаканчика молочка. И сейчас посолим все это. Я думаю, чайной ложечки вот такой вот нам достаточно будет. И добавляем немного масла растительного. Чуть-чуть. Так, теперь нам остается все это перемешать на блендере. Вот все перемешала, теперь останется нам только все перелить в нашу мультиварочку. Так, и будем готовить на пароварке. Функция пароварка, включаем сталь, 10 минут. Приготовился наш омлетик. Сейчас покажу, как он у нас выглядит. Вот такой вот вкусненький. На мультиварке очень легко варить омлеты, каши и все остальные блюда. Как говорится, закрыл, включил и ушел. Все. Вот уже ребятки у нас подошли. Привет. Ванюшка проснулся. Я уже тут готовлю завтрак. Сейчас разолью чаек, сладенький уже навела, теплый, горячий у нас никто не пьет. И будем завтракать. После завтрака у нас будет собрание служения в доме. Сегодня воскресенье. Ребята некоторые уйдут на биатлон. А мы все малыши, папа, я и все остальные, кто придет, будем проводить служение. Так что сейчас завтракаем. Ребята, у нас уже вечер. Прошло сегодня у нас христианское собрание дома. Прекрасно пообщались, попели, помолились. Вот. Сейчас Саша вышел на луку с ребятками там. Ой, стекло у меня потеет. Чистят снежок. Видать, ночью был снежок. И вот только сейчас мы добрались до него. Ну, вроде бы небо чистенькое. Больше, наверное, сегодня не будет снега. Пойдемте посмотрим, кто где. Вот Санечка у нас. Санька, привет. Лизонька, привет. Слайк, привет. Так, Надюша у нас вышла на улицу. Видать, тоже. А Ванюша что, еще не зашел? Да, Ванюша у нас на улице, оказывается. Мне почему-то показалось, что он уже зашел домой. Так. Я тут сейчас пила кофе. Что-то у меня как-то упало давление. Нехорошо. Немножко попила кофе, спасаюсь им. Может, конечно, нехорошо привыкать к нему. Но пока что так вот я спасаюсь кофе. Ребята, если есть у кого-то какие-то рецепты или, как сказать, заметочки по этому поводу, поделитесь, пожалуйста, у кого низкое давление. Как вы его поднимаете? Вот я только кофе спасаюсь. А где же у нас Ванюша? Дима! Дима, где Ваня? Вы смотрите за ним? Мне почему-то показалось, что он уже домой пришел. Он там с ребятишками. Дима говорит, что там. Скоро уже зайдет. Темнеет. На улице у нас 18 градусов. Вот, видите, да? Прохладновастенько. Наверное, сегодня хорошо приморозит. Так что сейчас будем топить печечку. Вот. Будем согреваться. А тут Санечка ползает. Ты что тут опять ползаешь у порога? Пойдем туда, где потеплей. Тут у нас тепло, конечно, от обогревателя. Я уже рассказывала, что он как бы греет все поверхности. И полы у нас здесь очень теплые. Саня, пойдем туда. Ну, когда открывают дверь,
холодок, конечно, тут не кстати. Пойдем. Раскидали варежки, ребята. Целая гора тут. Храню их в таком боксе. Вот. Пойдем туда, Санек. Пошли, пошли. Пойдем. Вот мама сегодня вот такая вот. Я сейчас немножко лежала, потому что плоховастенько себя чувствую из-за давления, низкое давление. Ну, сейчас кофе выпила, может, мне полегчает. Ребятки, решили немного позаниматься. Лиза, ну как? Хорошо. Хорошо? Надо. Главное, помылись сначала, теперь пошли заниматься, да? Да. Да. И теперь ножки все после, будут явно. Все после душа. Вот. Да, вот ножки-то у вас будут. Ну, как-то она чистенькая. Ну, что там? Сапогах никто не ходит. Если в кроссовках, допустим, я хожу, то они домашние, чистые уже. Я их специально сейчас только на беговой дорожке бегаю. Я там надел. Ну. Я хочу сейчас тоже маленько походить, то что-то давление низкое. Может, мама, разгоню, как говорится, свое сердечко. Ну, ты сейчас походишь, потом я похожу и тоже помоюсь, схожу. Да? А мы сначала помыться, потом а вы сначала помылись, ну. Нас там еще моются, ребята, сейчас душу. А мы грязными будем. Да что вы будете грязные, нормальные вы. Я готовлю супчик на ужин. Сегодня такой у нас легенький супчик будет с макарошками. Никакую зажарку сюда не делаю, просто приправки добавила. А лук у нас ребята сильно не любят, поэтому тут вот видите, немножко приправки положила. Вот он, перчик плавает там, еще какие-то приправы, не знаю, там смесь. Лаврушечку положила, и все, с макарошками будет такие вот рожечки там. Все, уже отключила сейчас, чтобы их не переварить. Покормлю своих ребятишек. И будем, наверное, уже ложиться, баеньки. Завтра нам в школу. Уже поздно. Сейчас они у меня намоются. И будем кушать и спать пойдем. Славик бегает на беговой дорожке тоже. Я уже побегала. Или Дуня побегала, да? Вот он тут. Как сказать, тут есть разные программки. Ну, он бегает просто ручное управление. Тут, то есть, можно вот убавить. А вот прибавить еще. А вот можно прибавить. Я права. Сейчас побежишь, Славка. Я прибавить. Все, не можешь, да? Я могу, можно нет. Ну отойдите, пускай он сам будет. Давай, Слава, давай, иди. А есть это Пьюсик в горку, а это нет, минус не в горку. Вот так надо. Мама. Все, ничего. Он сам не понравится. Как там? Ой, что-то я подняла. Сейчас Да, вот она приподнялась. Надя, на какой отметке там стоит? Ну, ты сколько в гору сейчас Надя, идешь? Я сейчас на 6. На 6, там до 9. 9 режимов. Надя, давай быстрее. Я не знаю, на какой. Сейчас, Слава, подожди. Надюша, ну дай ему, ты же уже ходила, а пускай он тоже походит. Мама, надо не дает мне. А ты тоже хочешь? Да. Ты уже тоже ходил сегодня. Я хочу. А хочешь, глянешь, будет. Мама, они не дают мне. Ни одному ребенку не дают побегать. Сейчас, Сай, побегать, потом ты. Сейчас побегай, сейчас, Сенечка, сейчас. Сейчас Слава закончит и будет бегать. Вот на максимум поставь. Так будет очень легко. Все. Ну, если поднимемся, это будет высоко. Теперь это высоко. Да? Надя! Надя, отойди. Не надо ему, не мешай. Не очень.
Только кроссовочки надо бы одеть. Я-то в кроссовках бегаю. Надюш, ты тоже бегала в кроссовках, да? Вот у тебя еще они, мы не доставали. Они я могу в обутках. Нет, я все кроссовки убрала, потому что сейчас, чтобы они здесь только не мешали. Только мои единые. Да, вот кто у кого физкультура там или что-нибудь, то, конечно, у нас здесь ославить-то еще куда сильно-то никуда и не ходит. Только на биатлоне, на лыжах они там. Ну, наверное, надо уже поставить, да, Слава?